Сегодня продолжается модернизация и освоение производственных площадей. Недавно у нас был установлен и введен в эксплуатацию новый станок фирмы Акума японского производства. Сегодня мы проводим сборку и установку высокоточного обрабатывающего центра фирмы Beaver модели МТС. В ближайшее время у нас будет проведен весь комплекс пусконаладочных работ и обучение нашего персонала тонкостям работы. Обрабатывающий центр Beaver предназначен для высокоточного изготовления деталей, имеющих сложную конструкцию, таких как мастер-модели, литевые формы, прототипы изделий, формы для вакуумной формовки, штампы и клише. Станок позволяет обрабатывать древесину любых пород, композитные материалы, любые полистиролы, акриловое стекло, оргстекло, модельный пластик и тому подобное. Одной из приятных опций этого центра является вакуумный стол, который позволяет просто и легко зажимать заготовки. Главное отличие данного станка от имеющихся – это его размер и конструкция. Он является более компактным и конструктивно более жестким, а это значит более экономичным и шустрым. Это означает, что его можно быстро адаптировать под любые производственные процессы.